Russia. Take on me. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и сегодня у нас прохождение Far Cry Primal. В предыдущей серии мы освободили, вернули, привели в нашу деревню Рушани, и урки-мыслитель тоже у нас. И у нас есть 4 задания, связанные с Рушани, с Да, с шаманом и с урки. Начнем с позитива, наверное. Давайте пройдемся к урке и посмотрим, что он нам предложит. Какой у него тут, какая у него тут хижина вообще. А хижины у него тут и нету. И строить ее, наверное, никто не будет. Потому что в деревне тут нету ничего связанного с урки. Ну ничего. Urki chaman, dem shadaha, manta kwa brashtar, urki winja kwa yauga, sama pai cha daf mas, а? Блин, классный он тип. О, это что такое? Фэншуй. Так. Так, что-то к шаману мне не хочется, опять начнется со своими напитками. Опять меня начнет глючить. Так, подвинулись все. Идем тогда к Да. Посмотрим, что он там скажет нам. Опять про лоботомию начнет, может. Да. Бал. Яо. Дан. Ну он что, носорога убил? Хайва. Ул. Балар. Ну. Ул. Кванта. Че с ним? Табал. Малчасар. Мубаласар. Капалпур. Гварду Марти Бар. Такар. У. Да. Гуан. Что значит убить? Я тебе что, зря хижину устроил, что ли? Ну, блин. Вы, ребята, даете. Так ты же его даже не проткнул, ты чё? А, понятно. Шлау драгваш. Все с вами ясно, ребята. Бесплатную рабочую силу нашли, блин. Сначала строим тут пещеры, потом убивай их. Подвинулись все. Тут какое-то задание есть. Блин, не туда иду. А, это с этим. С Рошани. Он все еще в клетке сидит. Да. Ашта. Венча сакуин. Мути сакуш. Кум ну сакуита. Там венча и дамши. Так. Где твой камень? Все есть. Отлично. Так, это... дочь или не знаю кто она, вот этого Ула, где она вообще? Навыки Изила у нас есть какие-то, вот они пооткрывались.
посмотрим, что тут. Не хватает южного клена, южного камня и... грызь рыбы. Понял, найдем потом. Изилай Венджашнар, иначе Мупачарш! Куай Венджашнар? Мачигуа марш хамгуанарш! Шута муташ ладам шадарш! Куай Венджашнар? Пробертей! Сахина чарш! Пробертей! Сушерхайн! Винджа гуанарш! Усиги! Усиги квадис вода! Сухли! Сашва! Какие еще суфли? Че? Открой, видишь, суфли, улыбаться нашим полям. Ну, конечно, больше некому спасти. Все, иду спасать Винча. Так, кровавая жертва. Задание есть. Так, когда вот... Все, вижу. Вот отсюда и пойдем. Самое ближайшее место. Мы на месте. Так, а теперь нам в обратную сторону. 300 метров. Не так уж и близко. Все. Бежим, бежим. Лук. Все есть. Все на готове. Бомбы есть, ножи есть, приманки, дубинки. Так, дубинки не хватает. Ну вот и все, все на месте. Отлично. Тигрята тут бегают. Птички. Так, а как бы туда добраться-то? О, отлично. Я думал, сейчас не смогу забраться. Кровавая жертва. Так, тут должны быть вот эти солнцеходы. Ага. Куда бы, как бы к ним пройти? Наверное, вон туда пойду. Так, раз. Двое. Так, это их рог. Вот еще один. Че, увидел меня, что ли? А, это наш. Так, трое. В общем, их четверо. Пятеро. Так, ладно. Погнали. Держите, твари. Так, все. Так, вот еще. Чё-то не понял, чё сразу не умер-то? Так, ещё вот он, не труби только. Куда он делся? Блин, успел, вот урод. Так, это... Так, а ты... Кто такая вообще? Так, а кто опять трубил? Все, больше никого? Так, да пришел, я спас тебя. И все? Это все задание было? Что-то как-то не густо, ребята.
А вот эти кто такие, я не понял. Так. Почему они светятся? А, вот все, они светятся. Ну вообще, почему они светились красным? Заберу-ка я свои стрелы. Они как-то все-таки не бесплатные. Так. Вот, там еще кто-то есть. Ты как тут? Вылазь, вылазь, вот, молодец. Так, вот и все, первое задание завершено. У нас открылись навыки. Поиск редких ресурсов. А связано ли что-нибудь с боем? Есть тут? Ладно, тогда давай-ка поиск редких растений. Пускай. Так, следующее задание. Нам снова обратно в деревню. Ну ладно. Все, мы в деревне. Подвинулась шкура. Опять этот Рошани. Ну давай на этот раз пойдем к нашему наркоману. Посмотрим, что он нам предложит. О, это что? Не понял, что я сделал. Блин, что такое? Так, почему я опять мамонт? Так, найдите мамонта вожака. Ну, по-моему, этого задания не было. В прошлый раз я просто с этими носорогами дрался. Найдите мамонта вожака, нашел. Так, ребята. Оставили его в покое. Ты чё? Ты чё тут? Урод. А, вот еще. Сегодня. Отлично. Так, мне дальше в пещеру. Ну погнали. Да. Забодал. Воу-воу-воу, что было? Так, почему опять мамонтом, что ли? Не понял. Что за дела? Найдите мамонта вожака. По-моему, такого задания не было. Ну, сейчас посмотрим. Беги давай быстрей. Жаль, у меня лука нету. Было бы прикольно, мамонт с луком. Так, что тут? А, вон. Мамонта задавила, что ли? Да, его задавило. Так. Никуда вообще. Сюда наверх. Ну, блин, не знаю. Ну, пойдем. Куда пошел? Что, смеяться еще будешь? На тебе, падла. Так, ну тебе. Круто. Так. О, блин, чтобы не провалиться здесь. Найдите мамонта мужика. Олени, олени, олени. Так, где ты? Ух ты. Это прям кладбище мамонтов. Блин, не провалиться бы. Чуть не провалился, заметил только под самый конец.
ускользните от засады. Да ускользну. Блин. Наверх? Тут, наверное, я не пройду. Да, видимо, наверх. Блин, убили. Ничего себе. Так, хорошо, что хоть с самого начала. Так, наверх я туда не пойду, там... Меня с одного копья убили, хотя у меня здоровья было много. Так, как бы мне пойти? Может, через ту ограду? Я думал, он ударится в нее и сдохнет. Ну, сейчас попробуем. Так, вот она. Да, ломается, отлично. Ломай, давай, давай, быстрее, ломай. Блин, там сзади еще бьют. И беги давай. Отлично. А, блин, я на это зрение нажимаю. На свой тепловизор. Так, куда? Найдите мамонтова ЖК. Ищу я. А, вон там люди. Твари такие. Сдохните все. Так, освобожу я вот этих ребят. Пускай помогают мне. Вот. Сюда. Иди, тварь такая. Так, что-то они мне не помогают, а убегают куда-то. Так, пойду-ка я дальше. Не буду задерживаться, а то убивают. Так, бежим, бежим, бежим. Мамонт вожак. А, вот он. Я тебя спасу, дружище. Я пришел тебе на помощь. Освободите мамонта. Да, освободил я его. Все. Вы теперь команда. А, мне его еще и защищать нужно. Маленький слоник защищает такого большого мамонта. Че ты встал? Беги давай. Все, отлично. Че, скалы бьется. Так, где ты? Да куда ты делся, дурак? А, вот. Беги давай. А там чё? Так, нам сюда, наверное, нужно? Да иди давай. Так, что за место? Иди, беги. Гребаный мамонт. Чё тут? Спрятался, типа, да? На тебе. Так будем вместе. Так будем вместе. Все, дошел, молодец. Побежали давай. Уведите мамонта из лагеря. Быстрее сюда иди. Так, нам туда. По воде. А я плавать умею? Умею. Нормально. Плыви давай. Даже задом умею плавать. Отлично. О, что самый умный по суше идет. Так, а, вот стая мамонтов. Отлично. А прийти помочь не вариант было? Лошары беспонтовые. Вот и завершились наши глюки. Посмотрим, что будет дальше. Вожак в ловушке, завершено. Отлично. Так, это я где вообще? А, это у Тинсея? Или нет? А, к черту. Погнали. Да, у Тинсея. На крабе. Итак. Хирак из бада. Мупур хирак из лайква. Палу мансипа. Квайда му батер из квала.
Mikrapi hudagwa. Machi, salwa urus dagwa. Machi, batari shanchimas. Krati dausmas. Prasqua yahu pacham. Mas prasqua bi. Batari, krati kasha. Batari, krati dwaisa, krati dwaya. Гуифа сакрати худагуа. Так, короче, давай задание уже. Достал болтун. Так, маска крати. Задание добавлено. И где ты, наша маска? Вот она здесь. И идти недалеко. Это хорошо. Так, мы на месте. Отмечаем наше задание. И вперед из песни. Красный лист, это хорошо. О! Знакомое место. Так. Так, что было? Ладно. Топирчики, топирчики. Так. А, это ловушка. Все нормально, все есть. О, мне нужен был лев. Иди-ка сюда, саблезубы. Куда пошел? Отлично. Мясо 6, шкура саблезубого тигра. А для чего она мне нужна была-то? А, вот. Ремень для дубинок. 10 дубинок можно будет нести. Ничего себе. Еще одна шкура и все нормально. Ну ничего, найду еще. Южный камень. О, я же могу, когда мой саблезубы умирает, я могу его шкуру забрать. Так, маска крати. Мы приближаемся к заданию, и поэтому нам лучше взять наш... Войдите в гробницу крати и похитите маску крати. Так... Так, надо всплыть. Бедный задохнется сейчас. Плыви давай. Так, вот и пещера. Один. Хорошо. Воу! Так, мертвый. Один. Два. Три. Вот. Вот. И все, по-моему, больше нету. Ну, конечно, до того момента, как они не позовут еще. Черт. Так, это что такое? Зеленый лист. Так, тут еще мешок был. Вот он. Прочная древесина. Так, идем. Аккуратненько, тихо. Так, а он, интересно, сильный? Что если убить его? Так. Так, я ничего не делал. С
Все, этот готов. Да, так, 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 по-тихому. Вот он. Хорошо. Вот он. Я тебя вижу. Блин, урод. Так, как мне туда забраться? Вон туда мне нужно пойти. Ну, если я пойду туда, они меня увидят. А, вот еще здесь можно. Наверное. Так, аккуратненько. Возьмем наш лук простой. Он будет побыстрее, чем обычный. То есть, побыстрее, чем длинный. Иди сюда. Блин, а почему я не смог кинуть нож? Черт, все, они меня услышали. Можно теперь и не скрываться. Блин. Маска. Да что такое? О, он за стеной. Че катаешься? А, черт с тобой. Так, маску отдала. Фу. Больше смахивает на прыщи какие-то. Гребаные батари. Прикрылась бы, что ли? Красавчик. Так, покиньте гробницу Крати. Быстренько давай бежим тогда отсюда. Че, надо было еще этой батареи воткнуть пару раз эту стрелу. Тварь такая. Так, поднимайся. Она еще, наверное, живая осталась. Так. Сюда, что ли? Оу, тише, тише, вы чё? О. Сдохни. Так, дубина нужна. Отлично. Лестница, ничего себе, они лестницу придумали наконец-то. Прогресс прям. Так, куда? Сюда, сюда, сюда. Блин. Так, подождите-ка. Полное исцеление. Вот что мне нужно. Так, возьму-ка я лучше дубину. Так, что за место? Быстро, быстро, быстро поднимайся. Я не знаю, что это за место вообще, куда я пришел. Так, сюда. Что тут? Давай валим. О, выход. Отлично. Прекрасно. Маска Крати завершено. Это не может не радовать, друзья. Так, действие выполнено. Кубарата. Крати. Прашква. Крати! 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 Барета! Крати Дуая!
И что, он теперь предлагает мне ее одеть? Ура! Прасквааса! Фу! Ты чё? Крати буха! Усуш тукистар! Твоя заплаха! Тубата ригуана! Паршва! Шаугас! Маджис гуарис тауста! Ура бауга! Хабатрис! Дахис на ваяка! Такар! О, суш дугестар! Танье даха! Все понятно. Так, навыки. Какие-то у нас навыки есть. Сова восстановления. После атаки сова на восстановление требуется 65 секунд вместо 80. Оживление зверей. Поиск редких ресурсов. Вот так нормально будет. Сначала готовиться, потом напасть. Хорошо. А на этом я заканчиваю, друзья. Продолжим в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч.